Всем привет, дорогие друзья, и знаете, я уже раньше снимал видео про Xbox, и, блин, актив был просто бешеный, и многие писали, чтобы я снял видео, но только уже про новую консоль от Xbox. Но и сегодня мы постараемся рассмотреть такую консоль, как Xbox One. И не просто One, а именно One S. И почему именно эта модель, я попытаюсь объяснить вам в этом видео. И вообще попробуем разобраться, так ли плох на самом деле Xbox, как говорят все вокруг, и стоит ли его покупать на сегодняшний год. А также рассмотрим его плюсы и минусы по сравнению с конкурентами. Ну что ж, погнали. Ну что ж, давайте для начала погрузимся в небольшую историю. Помните, в 2013 году выходит первая приставка Xbox нового поколения, именно Xbox One. Если вспомнить сам Xbox One, то можно вспомнить, сколько было негативных отзывов. И знаете, сам Xbox